топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Звезда российского ТВ Лера Кудрявцева недавно отправилась отдыхать в Турцию. Об этом стало известно благодаря Инстаграму. На свежей фотографии в соцсети теледива продемонстрировала фолловерам, как выглядит в купальнике и без ретуши в свои 49 лет. Стоит отметить, что несмотря на небольшие складки на боках, поклонники пришли в восторг от ее фигуры, что ясно глядя на многочисленные комментарии. По мнению некоторых девушек, ведущая прекрасно выглядит и заставляет завидовать даже молодых. Посмотреть эту публикацию в Инстаграм публикация от Кудрявцева Лира, собака Лератв, 23 августа 2020 года в 3 часа 16 минут Птодно из подписчицы отметила, что рождение дочки явно пошло Лере на пользу. Другая поинтересовалась, какой диеты придерживается знаменитость. Напомним, что недавно Кудрявцева удалила импланты из груди. Вмешательство было необходимостью после того, как один из них лопнул. Эту историю блондинка подробно описывала в своем микроблоге. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.